Песня еще. Дань. Будет репертуар? Нет, мы перестали ее играть. Перестали не из-за того, что с ней какие-то плохие ассоциации или еще что-либо. Перестали играть по одной простой причине. Мы, наверное, эту песню за полгода сыграли, может, несколько тысяч раз, может, больше. Я просто не могу ее играть, у меня начинается рвотный рефлекс. У меня прям, как только вступает гитара или там что-то похожее, я сразу дергаюсь. У моей мамы на рингтоне стоит эта песня, когда я звоню. А, не вообще на рингтоне, потому что даже когда я с ней рядом, кто-то звонит, у нее играет тайм. И я говорю, мамочка, я тебя прошу, любую другую, вот какую хочешь, только вот не эту. Настолько сильно мы ее заиграли, настолько сильно она стала приторной для нас, что я просто не воспринимаю ее как песню больше. Поэтому, скорее всего, мы ее исключим из репертуара. Хотя песня-то неплохая. Хорошая. Вот на чае написано «Tea Time». У меня тоже немножечко под было само.